День семьи, любви и верности отмечают уже и в Левашинском районе. В администрацию райцентра пригласили образцовые семьи. С праздником их поздравили председатель Дагестанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Таиса Магомедова и уполномоченные по правам ребенка Марина Ежова. Всех поздравляю с праздником, с днем семьи, любви, верности. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия вам, вашим семьям, долгих-долгих счастливых лет жизни. Это прекрасный праздник, который действительно мы должны сохранять и любовь, и верность, и сохранять, и вырастить достойных детей, которым мы подаем пример своим поведением. Среди приглашенных семья Курбана и Алпият Магомедовых, которые воспитали 10 детей. Ну а в семьях Ярахмедовых и Меджидовых по 5 детей. Собравшимся вручили памятные подарки, а артисты Дворца культуры села Леваши подготовили концертную программу.